Я начинал заниматься футболом в возрасте 9 лет. Поступил в футбольную академию клуба Сан-Паулу. Там я прозанимался до 18 лет. В 18 лет я подписал годовой контракт с чилийским клубом «Ла Серена». Там отыграл год-полтора, потом вернулся в Бразилию и подписал контракт с клубом «Атлетико Паранаэнсе». И после игры за этот клуб стал игроком «Локомотива». Еще с самого раннего детства я всегда смотрел по телевидению игры национальной сборной Бразилии и также много чемпионатов европейских, чемпионатов мира. Я всегда обращал внимание на игру защитников и все время говорил себе, как они хорошо и стабильно играют, как бы мне хотелось быть на их месте. И это меня вдохновляло на то, чтобы я уже потихонечку начал работать с мячом. Помню, что я стал в раннем детстве бить по мячу, старался сделать какие-то дриблинги. Свои первые упражнения с мячом я проводил в нашем доме, в гараже. Создавал очень много шума, и мой дедушка кричал на меня, ну так, в шутку. Поэтому мой дядя, видя вот эту мою страсть, отвел в академию Сан-Паулу. Занимаясь там, я делал очевидные успехи, и вот так постепенно-постепенно я стал профессиональным игроком в футбол. Отец и один из моих двух дядей профессионально играли в футбол, а другой мой дядя на любительском уровне. Не всегда хотел быть защитником. В академии Сан-Паулу я начал играть в атаке. Потом тренер принял решение поставить меня в середину. Потом он меня поставил на позицию левого крайнего защитника. После он меня поставил в центр обороны. И вот таким образом получилось, что потихоньку из игрока атаки я стал игроком обороны. Я вспоминаю свои эмоции, испытал большую радость, потому что играть в России – это возможность для бразильского молодого игрока играть в Европе. Это всегда огромный вызов в карьере игрока – играть в Европе. Что касается того, как я впервые узнал об интересе, я узнал это от своего отца. Отцу сказал мой агент. И я, и мой отец, мы были очень счастливы этому. Томас Цорн, спортивный директор «Локомотива», приезжал в Бразилию. У нас была долгая беседа насчет стратегии клуба, о пути развития клуба и стиле игры, задач, амбиций клуба. Это все я почерпнул из бесед с Томасом, когда он прилетал. Я отношусь с очень большим уважением ко всем футболистам, ко всем своим коллегам. Поэтому через тяжелую работу на тренировочном процессе мне бы хотелось занять свое место в основном составе «Локомотива» и как второй шаг сыграть максимальное количество игр в основном составе «Локомотива». Это будет моей личной целью. И надеюсь, удачная игра всех наших игроков, включая меня, приведет к тому, что «Локомотив» выступит очень хорошо в этом сезоне, и мы займем максимально высокие места в таблице. С нетерпением жду момента, когда я смогу познакомиться с болельщиками «Локомотива». Мне рассказывали об их горячей поддержке. Со своей стороны могу заверить болельщиков, что они могут не сомневаться в моем желании отдаваться процессу и приносить максимальную пользу команде. Поэтому я жду с нетерпением нашей встречи и уверен, что это знакомство принесет много моментов, которые мы будем с удовольствием вспоминать. Слышал о том, что болельщики неистово поддерживают свою команду. По-бразильски это слово называется вибрация. И мне, как игроку, хотелось бы почувствовать вот эту вибрацию, вот эту поддержку. И я уверен, что это будет незабываемо.